Света, интересно было бы узнать о горе Кайлас. Мулдашу пишет, что якобы там есть пещера, где сидят медитации лемурийцы, но туда подойти невозможно. Правда ли это? Слушайте, у нас очень много мест, куда невозможно подойти, что есть люди с другими вибрациями. Очень много. И их даже, эти некоторые места не озвучиваются. Потому что нет информации. Я не знаю, если честно, кто такой Молдашев. Делает успешные операции по восстановлению зрения и использует процесс вживления мертвой ткани в роговицу. Каким образом мертвая ткань вживается в живую ткань, и при этом происходит восстановление зрения? Интересен сам процесс. Как это возможно, вживление мертвой ткани в живую? Это у него нужно спрашивать. Я не вживляю, и вообще... Это, представляете, в мертвую ткань вживляют в мозг. То есть глаза — это вынос мозга наружу. Глаза — это мозг, продолжение мозга. Не, абсолютно не могу сказать, это ему вопросы, и он, наверное, что-то сделает. И здесь же нужно понимать, а как давно делаются эти операции? Что будет хотя бы через 10 лет с этими глазами, с этим мозгом? Как будут себя вести нейронные сети, нейронные связи, да? Вот, то есть сегодня я про КПТО расскажу вам обследование. Оно у меня первое, вот это вот обследование, оно у меня было, получается, сколько? 13 лет. 23, 33, 43. Ну вот больше 30 лет. Плюс-минус у меня там какие-то снимки сохранялись, да? И тогда я вот сейчас я могу хоть как-то более-менее описать, что происходит с моей головой. А если это разовое какое-то обследование, то, наверное, оно всю картину не дает. Это не только касаемо головы, это вообще всего организма.